Сегодня мы с вами распакуем и поразглядываем настоящую автолегенду. Это КАМАЗ 4911, победивший в ралли-рейде из Лиссабона в Дакар в 2006 году. А изготовил масштабную копию гоночного грузовика КАМАЗ известный французский производитель Илигор. Для того, чтобы понять, что из себя представляла эта модель в 2006 году, надо вспомнить, что тогда не было ни ДИПа, ни ССМ, ни тем более автоистории или грузовых автомобильных легенд. Зато были вполне еще себе живы производители из Саратова и Казани. И тут, в конце апреля 2006 года, информационное агентство «Татаринформ» сообщает, что КАМАЗ-мастер, спортивная гоночная команда, заказала масштабные копии своих грузовиков у французского Илигора, и к осени следует ждать их в продаже. Так и случилось. Сначала в интернет просочились фотографии масштабных копий от Илигора, а потом они действительно появились в продаже. Но несмотря на довольно большой по тем временам тираж в 6000 экземпляров, модели разошлись по коллекциям достаточно быстро. Тем более, что половина тиража осталась у команды КАМАЗ-мастер на сувениры. На фоне деградировавших к тому времени моделей казанского Эликона, этот КАМАЗ выглядел пришельцем из будущего. Высоко детализированная, аккуратная, точная и похожая на прототип модель. На фоне нынешнего разнообразия масштабных копий советских и российских грузовиков, которые выпускают и костромские товарищи под своими брендами ССМ и Автоистория, и питерский ДИП, сейчас уже сложно представить, как собиратели с дрожью в руках разглядывали эту модельку. Ведь как ее ни крути и не поворачивай эту модельку, выглядит она с любого ракурса отлично. И детали ходовой части, подвески, все проработано очень достойно. Ну а самый интересный нюанс этой модели, это конечно же открывающийся кузов. Французский Илигор не поскупился и проработал внутренности этого кузова. И там действительно есть что поразглядывать внутри. И никаких упрощений или компромиссов. Одно запасное колесо полноценное чего стоит. Покрышки, кстати, на этой масштабной копии копируют тот самый гоночный Мишлен. И по рисунку протектора, и по надписям на боковинах. Ну а с левой стороны грузового отсека, которую мы с таким трудом открываем, закреплена даже настоящая боевая гоночная лопата. В общем, это именно та самая масштабная копия, про которую можно сказать как настоящая. Интересно машинку покрутить со всех сторон, поразглядывать, и можно заглянуть вовнутрь. К сожалению, кабина у этой модели не откидывается. Но при этом французский Илигор сделал то, что не удалось гораздо позднее костромским товарищам с их китайскими подрядчиками. Французы очень точно передали пропорции этой кабины. С какой стороны ни посмотри на эту машинку, в ней однозначно и безусловно узнается тот самый КАМАЗ. Но в масштабном модельном мире не обходится, конечно же, и без косяков. И Илигор тоже не исключение. Вот эта вот модель с бортовым номером 508 – это единственная правильная модель гоночного КАМАЗа 4911 2006 год. После этого Илигор много лет тиражировал гоночные КАМАЗы, приводя в соответствие декали наклеек рекламы тем реальным машинам, которые участвовали в Дакаре, но форма и надстройки и кузова и кабины оставалась одной и той же из года в год. Хотя реальные боевые машины КАМАЗа год от года менялись, более или менее сильно. Потом КАМАЗ поставит рестайлинговую кабину на свои гоночные машины, а Илигор все равно будет выпускать модели гоночных машин вот на этой самой форме, которая копирует машину 2006 года. У более поздних выпусков этих КАМАЗов появятся и технические недостатки, точнее химические. Делают-то эти модели в Китае, и более поздние машинки страдают распространенной болезнью. У них плывут пластиковые колесные диски от контакта с агрессивной резиной. Но конкретно вот эту модель образца 2006 года этот недуг обошел стороной. Вообще эта машинка вполне по праву может называться масштабной копией для коллекционеров. Помните, как писали в свое время на советских масштабных копиях? Это отличная копия того самого
КАМАЗа 4911, который победил в ралли-рейде из Лиссабона в Дакар в 2006 году. В тот год КАМАЗы победили в Дакаре 5-й раз подряд, и это был 7-й раз за всю историю проведения Дакаров для КАМАЗа. А Владимир Чагин за рулем этой машины с бортовым номером 508 стал 5-кратным чемпионом Дакара. Хотя весь мир, конечно же, из года в год отмечал, что КАМАЗ – это самая богатая команда Дакара. 3 боевых машины и 3 машины сопровождения, одна из которых оснащена душем, кухней и спальными купе. Но как бы оно ни было, победы наших гонщиков на Дакаре неоспоримы и заслужены. Это действительно тяжелейшая гонка в мире. Ну а у нас с вами есть отличная возможность поставить на полку масштабную копию КАМАЗа с бортовым номером 508, за рулем которого Владимир Чагин стал 5-кратным чемпионом в 2006 году. Хотя найти сейчас эту модель не очень просто, и денег за нее просят немалых. Но если подвернется вам такая возможность, не примените ей воспользоваться. Моделька того стоит. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии.